Разведение силы и вооружения на Донбассе перенесли. Противник не пустил белую ракету, а это главный сигнал начала отвода войск. Тем самым боевики сорвали не только процесс разведения в районе Богдановка-Петровского, но и международные договоренности. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Украинская сторона была сегодня полностью готова к процессу отвода войск. Подробнее узнаем у корреспондента UATV Игоря Меделяна. Он на связи со студией из Донецкой области. Игорь, какая ситуация в Богдановке? Тань, добрый вечер. Ну, в первую очередь следует отметить то, что в Богдановке на протяжении минувших 7 дней полностью соблюдался режим тишины. Оружие там не работало, звуков вообще самих обстрелов не было. И это было одно из самых главных условий для того, чтобы начать процесс разведения. Сегодня там собралось много очень журналистов с самого утра. Были представители штаба операции Объединенных сил, было очень много сотрудников тоже миссии ОБСЕ, наблюдателей ОБСЕ. И вот в тот самый момент, когда ожидался момент уже разведения, то получили информацию наши военные о том, что иная сторона, противник, не готов сегодня провести процесс разведения сил и средств. Об этом было сообщено журналистам уже непосредственно на месте. Хотя с самого утра высказывалось довольно-таки оптимистичные мысли были со стороны представителей штаба операции Объединенных сил о том, что все-таки процесс разведения сегодня начнется, но его не случилось. Российская сторона продолжает провоковать. Российская сторона продолжает провоцировать и продолжает играть в свою игру касательно возможности или невозможности разведения войск. В свою очередь, украинская сторона придерживается всех договоренностей. Взрыв с той стороны. Мы выполняем международные обязательства, мы отвечаем за свои слова. Выполняем международные обязательства. Следует еще сказать, что Богдановка — это уже третий участок разведения сил и средств. Перед этим состоялось разведение в станице Луганской. Также было разведение еще в Луганской области. И вот сегодня неудачный процесс был, который, собственно, не начался. И ожидается, что завтра возможность все-таки это случится. Поэтому завтра, опять же, и журналисты, и военные, и представители ОБСЕ снова соберутся в Богдановке, где в полдень опять будут ожидать начала разведение сил и средств. Там тебе слово. Спасибо, коллега. Игорь Меделян, корреспондент UATV из Донецкой области. Разведение войск в районе Богдановки-Петровского перенесли на завтра.